друзья здесь собрались самые близкие, но друзья достойные. То есть я вижу, настолько достойные, настолько хорошие, поэтому я тебя поздравляю. Ну что же, и вот я хочу, так сказать, вручить тебе такой вот небольшой подарок. Ну, здесь вот есть не только, так сказать, вот для внутреннего содержания, но есть... Горячительное, да? Да, но есть и для духовного, но тоже внутреннего. Вот держи пока вот это. Спасибо. Значит, для духовного... Это наше общественное московское телевидение. В прошлом году сняло новогодние посиделки на Большой Никитской, «Новогодний огонек». И там, значит, и Журбин был, и Герчаков, и так далее. Значит, вот то, что мы показываем по телевизору, «Новогодний огонек» тебе. Это, значит, официально наша, так сказать, съемка. И теперь, ну, я думаю, Лихачев не будет обижаться. Я выпустил книжку, но там стихов мало, там в основном проза, поэтому мы с Лихачевым не конкуренты. Естественно, я не поэт-песенник, хотя Сергей Избуш написал одну песню, вот этому посвящение родителям на мои стихи. Я хотел бы тебе подарить эту книжку и прочитать одно короткое стихотворение. Оно как вот напутствие для тебя, потому что я вижу не только вот то, что сейчас есть, я вижу потрясающий потенциал. Я вижу, что вот должна быть дорога у тебя, вперед и вперед. Можно я коротенько? Да, очень, конечно, да? Спасибо. В жизни каждого есть задача. Очень много различных путей. Неудача и вдруг удача, как итог нашей жизни всей. Вера в Господа, вера в спасение. Хоть средь множества разных бед, вера в радостное воскресение, как залог всех грядущих побед. Но пути к этой жизни странные, нам встречаются тут и там перекрестки и разные страны. Но пути все ведут во храм. Храм души твоей неубиенной пусть останется чист и свят. Чтоб избегнуть соблазнов плена, нужно не убояться преград. В бурю, в грозы, в любое ненастье, крест свой тяжкий неси и терпи, и заблещет лучами счастья, понимания и любви. Нам Христос даровал дорогу, ту единственную во мгле. Знаешь, это ведь очень много, верить, ждать и любить на земле. Спасибо! Спасибо огромное. Спасибо, поздравляю. Спасибо огромное, Сереженька, очень приятно.